Всех приветствую на канале Компьютерной Академии. В сегодняшнем видео лучшие смартфоны фирмы Lenovo. Самым востребованным в повседневной жизни устройством стал, конечно же, смартфон. Компания, основывающаяся на смартфонах, выпускает новый ряд моделей каждые пару месяцев. Повышая характеристики, например, увеличение памяти, как оперативной, так и внутренней, расширение ядер и использование новых процессоров, повышение качества фото- и видеосъемки. Телефон – это карманный компьютер, а также совокупность всех лучших функций определенных устройств, будь то навигатор, плеер, электронная книга или ежедневник для заметок. Соответственно, смартфон показывает статус человека, поэтому нужно качественно подходить к выбору модели, если вы не хотите переплачивать за бренд. Итак, фирма Lenovo зарекомендовала себя на рынке долговечностью своих устройств, скоростью обработки данных и надежностью внутренних комплектующих. Главное отличительное качество компании – это соотношение цены и качества товара. Продукт от данной фирмы крайне бюджетный и высокопроизводительный, а благодаря широкому модельному ряду можно подобрать смартфон на любые предпочтения и для любых нужд. Итак, поехали! Итак, первый гаджет нашего видеообзора – Lenovo K9. Выпуск данного аппарата состоялся в октябре 2018 года, что означает его актуальность по сей день. Выпускается аппарат в двух цветах – желтый и черный. Корпус сделан из высококачественного металла с матовым напылением. Крайне приятно и удобно держать его в руке. Ну и вот сейчас посмотрим мы подробное описание преимуществ. Итак, у аппарата матовая поверхность. Как было сказано выше, смартфон может похвастаться своим привлекательным внешним видом и удобством использования. Следующее – это высококлассный дисплей. Компания не поскупилась и установила в данное устройство хороший IPS-модуль высокого качества. Сбалансированность цветопередачи и HD-разрешение прекрасно справляются со своей задачей при просмотре фотографий, видео и ленты новостей. Следующее – это хороший и объемный аккумулятор. Телефон имеет в своем распоряжении 3760 мАч. При полном заряде времени хватает на целый день, поскольку небольшое разрешение и качественная оперативная память его не нагружают. Следующее – это высокая производительность. Процессор Snapdragon 450 и 4 ГБ оперативной памяти – вполне стабильная сборка для комфортабельного использования смартфона в браузере либо при прохождении игр. Ну и последнее – это бюджетность. Соотношение цены и качества данной модели на высоте. И это ее главное преимущество. Итак, этот аппарат – один из лучших вариантов смартфонов от Lenovo за свои деньги. Он у нас скоростной, удобный, стабильный и надежный телефон для базовых задач – просмотра фильмов или времяпровождения в каких-то игрушках. Важный совет от нашего канала – внимательно присмотритесь к объему аккумулятора. Несмотря на подчеркивание этого преимущества, некоторым людям этого может не хватить. Например, мне. Зачастую тем, кто не любит заряжать телефон каждый день. Также это относится и к следующей модели. Продвигаемся по нашему ролику, и следующий аппарат – это Lenovo S5 Pro. Данный аппарат выпущен в трех цветах – золотой, синий, черный. Как и свой предшественник, он прекрасно ложится в руку, состоит из цельнометаллического корпуса, но безумно отличается по техническим параметрам. Итак, скачок по характеристикам. Первое – это увеличение экрана и его возможности. Вместо IPS-модуля установлена OGS-панель с разрешением достойнейшим 2246 на 1080 пикселей. Следовательно, возросло качество передачи изображения, само изображение стало более детализировано. Смартфон демонстрирует более приятную глазу и насыщенную картинку. Следующая начинка высочайшего уровня. Процессор Snapdragon 636 и 6 ГБ оперативной памяти позволяют запускать самые масштабные приложения, видео в максимальном разрешении и свободно можно посещать любые тяжелые сайты в интернете. А при желании все это и одновременно.
Скажем следующее. Это шикарная модель для комфортабельного использования требовательных программ и интернет-серфинга. Нельзя не отметить превосходные характеристики за свою цену. Очень мало производителей могут похвастаться такими же успехами. Как итог, можно подвести следующее. Lenovo – это успешная компания, зарекомендовавшая себя высококлассными смартфонами с лучшим соотношением цены и качества. Идеальный вариант для тех, кто не желает переплачивать за бренд. Это канал Компьютерная Академия и наш партнер – сайт mobcompany.info, сайт о смартфонах и их производителях. Я думаю, данная информация была вам полезна. Подписывайтесь на наш канал, ставьте нам лайки. С нами будет интересно.